Николай Иванович Межкуров родился 6 декабря 1918 года в деревне Меркурьевский Починок. После окончания 7 классов школы и шоферских курсов работал сначала в колхозе, а потом на лесозаводе в Архангельске. В 1939 году был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Участвовал в Советско-финской войне, а потом на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был 4 раза ранен. В апреле 1945 года Николай Иванович Межкуров командовал 3-й стрелковой ротой 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования реки Одер. 18 апреля 1945 года лично уничтожил 2 пулемета и около 30 вражеских солдат. Потом на груди отважного лейтенанта одна за другой появлялись награды: медаль за отвагу, за оборону Кавказа, орден Красного Знамени, много-много других наград. В ноябре 1945 года был уволен в запас. Работал, проживал в селе Усть-Алексеево и работал в пожарном надзоре. В 1975 году Николаю Ивановичу выпала честь участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Николай Иванович Межкуров скончался 4 апреля 1981 года. В честь Межкурова названа улица в Усть-Алексеево.